В Макеевке почти в два раза увеличилось количество пожаров. Так, с начала года бригадами спасателей пришлось тушить почти 700 возгораний. В 2011 за такой же период произошло лишь 430 подобных чрезвычайных происшествий. В городском управлении МЧС констатируют, в основном горят мусорные свалки и сухая трава. Всему виной жаркая погода и халатность людей. По той же причине возгорания происходят в жилых домах. В результате пожаров за этот год погибло более 20 человек. 7 получили серьезные травмы. Спасателям приходится по 5-7 раз в сутки выезжать на тушение пламени. Киевское городское управление гостехногенбезопасности обращается ко всем гражданам. Будьте предельно осторожны с огнем, не бросайте непотушенные окурки, спички, смотрите за детьми, не допускайте их игр с огнем и не оставляйте их без присмотра.